наконец-то добрался в Новый Свет. Иду сейчас на Царский пляж. Дует ветер, поэтому говорить во время съемки, наверное, бесполезно, меня все равно не слышно. Так что просто смотрим и впечатляемся. Можжевеловая роща была. С лечебным своим воздухом знаменитым. Ну вот, с моего последнего здесь пребывания деревья как будто выросли, причем довольно мощно так. Туристов сегодня дохренища просто. Мыс Капчик. Выходной же опять. Вот и туристов до хрена. Гора Орел. На нее тоже надо залезть. Вот. Вот там вот Царский пляж. Мне туда. В общем, искупался на Царском пляже, сходил. Там особо снимать нечего было, поэтому не снимал. Очень много медуз. Я их не люблю, поэтому купаться было неприятно. Водичка до сих пор прохладная. Сейчас еще погуляю по можжевеловой этой роще. Подышу воздухом. Пойду по тропе Голицына, там засниму уже. Мышки летучие пищат где-то здесь. Вот вышли с другой стороны Капчика. Пещера большая. Так. Народу сегодня дофига очень. Дальше уж не пойду. Вот такие штуки. Oh.
Ну вот, друзья, на мысе Капчик люди ходят, людей много. Там вот царский пляж, на котором я сегодня купался. Это гора Носорог, Караулаба называется. Вот. Там, да, где-то вдалеке от горы Медведь, которую я проезжал, когда ходил на Айпетри. Конечно же, бескрайнее море. Ну, а вот это знаменитая тропа Голицына. Проходящая вокруг горы Орел. Это гора Сокол, высотой почти 500 метров. 500 метров вертикального камня. Охренеть можно. Вот туда еще хочу забраться, если успею. Не успею, то в следующий раз. Здесь народу даже поменьше, чем на тропе Голицына. Все какие-то экскурсии, детские, взрослые. Народу много. Здесь на набережной почти никого.